На улице весна, значит, самое время обновить гардероб и сделать дом уютнее и привлекательнее. Все это можно приобрести в выставочном комплексе «Мартов Экспоцентр», где открылась весенняя продажа модных товаров из России, Белоруссии, Турции. Натуральные кожаные куртки, плащи прямиком от турецких производителей. Богатый выбор расцветок и форм. Присмотреть модели можно до 66 размера. Здесь же представлена современная турецкая одежда больших размеров от 48 до 64, неизменно высокого качества. Для завершения образа можно подобрать эксклюзивные модели кожаных сумок производства Санкт-Петербурга. Коллекция дополнена вариантами турецкого и итальянского производства. Тем, кто хочет сэкономить, может приобрести шубы из каракуля и каракульчи производства Бухары. Для домашнего быта большой выбор рязанского текстиля из натуральных и экологичных материалов, которые сделают ваш дом гармоничнее и богаче. Из хлопка мы привозим одеяло, подушки производства города Рязань. Наполнение в одеялах и подушках различное. Есть хлопковое волокно, есть льняное волокно, есть эвкалиптовое волокно. И тренд этого сезона – подушки и одеяла с наполнением натуральный шелк. Не оставит равнодушными покупателей и женская одежда от владимирских производителей. Натуральные хлопковые, домашние и деловые комплекты, и блузы, брюки из качественной вискозы. Для тех, кто заходит в экспоцентр за продуктами питания, не обойдет вкусные и полезные сладости от Ишбери из Ижевска. Они привезли в Саранск ягоды и орехи в шоколаде и йогурте, а также свежие халву и рахат-лукум. Для любителей полезных продуктов несомненным приятным бонусом станет сыродавленное масло 9 сортов. У нас же масло загружается не без нагрева, чисто семена загружаются в бочонки специальные, и через фильтр они выжимаются под большим давлением, то есть не теряя свойств самих семян. Если вы любитель специй, большой выбор восточных приправ ждет вас в павильоне из Бухары, а для ценителей настоящих мясных деликатесов, колбас и сыров свою продукцию предлагают белорусские производители. Весенняя продажа в Мартов Экспоцентре будет проходить с 16 по 20 марта с 10 до 18 часов. Наталья Тюрина, Павел Тлабаев, «Наши новости».